Итак, всем привет, и у нас тут подтверждены даты старта продаж LG G6 и Samsung Galaxy S8. В этом году на рынке смартфонов произошли серьезные сдвиги в датах релиза новых флагманов. Компания LG решила форсировать выпуск смартфона и объявит об анонсе флагмана уже 26 февраля. В противовес ей Samsung лишь намекнет на новый Galaxy S8 в Барселоне, а полноценное мероприятие состоится 29 марта в Нью-Йорке, где представят Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Изменятся и сроки выхода девайсов в продажу. Осведомленный источник подтвердил, что флагманы Samsung выйдут на рынок 21 апреля по всему миру, но на родине производителя новинку ждут на неделю раньше, 14 апреля. В свою очередь LG запустит продажи новинки 10 марта, причем оформить предзаказ на смартфон можно будет со 2 марта. Samsung еще не определилась с возможностью составления предварительных заказов, но может это сделать 13 апреля.